Да. Видеообзор на iPhone 13 mini. Внешнее состояние. Выкуп и тому подобное, да. Слегка тут потертый корпус. К сожалению, да. Тут покрытие. Крышка целая. Есть прям мелкие-мелкие царапины. В некоторых местах. Вот, например, маленькая царапина тут. Кнопки. Все работают. Камера. Фронталка. Все рабочие. Проверка экрана. У экрана нету царапин. Да, царапин нет, есть только пылинки. Вроде царапин не видно. Нет, тут маленькая-маленькая царапка. Мелкая-мелкая. Все, включаем. Сразу смотрим. Трутон есть. Есть подключение к Wi-Fi. Вставлена сим-карта. Сим-карту он видит. Интернет тоже. Подключаем зарядное устройство. Зарядное устройство работает. Сейчас еще подключим TrueTools. А я допустим, модификация что не была включена? Короче, у тебя старый модель, да? Не свой еще. Через сколько ты едешь? 55 тысяч. Да мне для ребенка, у меня жар у ребенка. Что? Жар у ребенка. Так, вот подключили его к проверке. Аккаунта нету, 89% аккумулятор, 472 раза был в зарядке, ошибок нету. Ну как посмотреть? Нет кнопки там. Ой. Проверка устройства на замены. Замен не было, все родное. 21 года. Звук хороший. 13 мини на 128 гигабайт. Без блока на сим-карты можно подсоединять любую. А вот я нашел паспорт. Работает. Face ID. Здесь аккумулятор пишет 90. Там 1%. Все, проверяем его на связь. Звоним на номер телефона. Че, Мас, что пробовал? Побыстрее не получится бы. Побыстрее не получится никак. Что побыстрее? Колонку уже заем на его паспорт. Сейчас, минуточку. Пацаны, дайте. А мне показал, а вы-то вообще. Вот он. Угу. Звук хороший. Датчик приближения работает. Паша, притянись до колонки. Раз, раз. Один, один. Раз, раз. Микрофон рабочий, камеры, фото, все работает, динамики. Все в отличном состоянии. Идет без комплекта. Без зарядки, без коробки.